Всем привет, завтра готовим. Замороженную фасольку. Немного луку. Вот такой завтрак у нас. Ну вот завтрак мы с вами приготовили. Какой-то зеленый у меня получился. Паприкой копченой посыпала. Ну и потом кофе или цикорий. Что-нибудь попью. Всем приятного аппетита. Всем привет, мои хорошие. Я рада вас всех видеть на своем канале, где я продолжаю худеть с большого веса. И сейчас я вам покажу, ну, немножко дальше там покажу вам вес свой, сегодняшний вес, с какого я начинаю худеть. Этот вес у меня, ну, кто не знает, я скажу, я худела со 170 килограмм, похудела на 55 килограмм, потом вес стоял, где-то год стоял, потом начал прибавляться, ну, потому что, знаете, как всегда, вес стоит, ничего не получается, и немножко расслабляешься, и вес начинает подниматься. За этот год стояния он поднялся на 10 килограмм, я прибавила 10 килограмм. Теперь я начинаю худеть именно с этого веса, который сейчас у меня есть. Да, эти 10 килограмм, но они очень заметны, прям для меня, для моего здоровья очень заметные стали. Тяжеловато уже и двигаться опять. Было тяжеловато двигаться 170 килограмм, и уже вот чуть-чуть даже прибавила, тоже тяжело двигаться. Потому что организм привыкает, а потом опять набирает, и тяжело. Так что, девчонки, присоединяемся ко мне. И вот с этого, да, смотрите, веса я начинаю опять свой путь к стройности и к здоровью. Кто со мной? Поехали. Вперед. Так. Хотите узнать мой вес? Ну, 126 800. Мой ужин: салатик и две рыбных котлетки. Всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых видео.